Историческое декоративно-художественное панно «Царь Леон» представляет собой полиптих из живописных работ на досках разного размера и форм с дополнительными включениями скульптурной пластики. Основой концепции проекта является сюжетная линия, относящаяся к историческому периоду становления Абхазского царства. Работу по художественному оформлению я начал с выбора сюжета. Избрать тему помогло название заведения. Затем начался увлекательный этап – сбор исторического материала и поиск наиболее подходящего и выразительного графического языка. Я искал нестандартное решение. Мной были рассмотрены разные варианты. Остановился на дереве. Во-первых, дерево несет энергию тепла и уюта. Во-вторых, для живописи до изобретения холста как изобразительной поверхности – использовали специально подготовленные деревянные доски, например, в иконописи, что, как не этот материал, поможет окунуть зрителя в ту эпоху и создать соответствующую атмосферу. Камертоном в работе служили аутентичность и самобытность абхазского этноса. Я вел работу, предполагая, что это панно могло бы стать визитной карточкой не только отелю, но также и любимому мною краю, где я родился и вырос как личность. На первых этапах разработки тематики я прибегал к консультации с компетентными в вопросах истории людьми. И только после правок и одобрения эскизов приступил к следующему этапу – воплощения замысла. Для этого проекта разработал и применил технику авторского левкаса, где неповторимый рисунок древесины задействован как дополнительный художественно-графический прием, действуя таким образом как бы в соавторстве с природой. Собрано все панно в причудливый пазл и наполнено архаическими символами и знаками. Оттачивал каждый сюжет и деталь, как в переносном, так и в прямом смысле. Любая из этих досок имеет свою неповторную форму, уникальную для каждого сюжета, занимая свое определенное место в общей картине проекта. Они как скрижали, на которых запечатлено ДНК нации. Их нельзя поменять местами, не нарушив целостности повествования. Точно так же, как нельзя этого сделать в ходе истории. Всю композицию можно условно поделить на два яруса. Верхний и нижний. Внизу три сюжетные группы воинов. Они художественный образ, олицетворяющий важный момент в истории Абхазии. Эти сюжетные группы являются как бы фундаментом, крепкой и надежной основой для верхних, иллюстрирующих бытовые сцены повседневной жизни, такие как охота, животноводство, виноградарство. Композицию держат две центральные фигуры. Это образ первого царя Абхазии Леона и образ девушки, юной, как новый этап в государственности Абхазии. Работа для меня была очень интересна еще и тем, что связана не только с рисованием, как в общеизвестном понимании, но и с деревообработкой. Усложнена задача была специфической особенностью плоскости, где необходимо было повторить радиусный изгиб стены. Реализация этой задачи была сопряжена в том числе и с выполнением множества дополнительных приспособлений и расчетов, сделать которые помогли знания геометрии и черчения, а также самозабвенная любовь к творческому и ручному труду. В заключение хочется отметить, я точно знаю, что неповторимый местный колорит – это то, что хочет видеть гость, посещая страну души. Также знаю, что и местный посетитель ресторана может быть только горд за оформлением национальной тематики. 3 года увлекательной и захватывающей работы, вместе с тем очень трудоемкой и подчас тяжелой, я посвящаю своему любимому городу.